Как известно, без воды ни туды, ни сюдым. Однако совсем недавно, каких-то 100 лет назад, чебоксарцы вынуждены были добывать воду из колодцев и рек Чебоксарки и Кайбулки. Централизованный водопровод появился в городе 90 лет назад. Вопрос о строительстве водопровода в Чебоксарах встал в первые же годы чувашской автономии. Санитарные врачи в один голос твердили: качество воды, которую используют жители, очень плохое. Городские реки собирают всю грязь и нечистоты. Надо отдать должное тогдашним властям. Дело в долгий ящик откладывать не стали. Проект водопровода заказали московскому инженеру Сенькину. 3 года понадобилось на строительство, и в мае 1929 года в столице республики появилось центральное водоснабжение и колонки. В то время он представлял всего 1500 кубических метров в сутки и был протяженность 5,6 километра. Сегодня я вам назвал протяженность сетей 660 километров водопроводных сетей и 630 километров канализационных. Это почти 2 раза в Москву, да? Водоводы туда, канализация обратно. Вот такая протяженность магистральных всех сетей, квартальных, находится у нас в городе под землей. Сегодня, спустя 90 лет, водоканал услуги водоснабжения считает миллионами кубометров. Естественно, что большое хозяйство требует больших вложений. Много сил и средств уходит на поддержание старых коммуникаций в рабочем состоянии. На водоводах в северо-западном и юго-западном жилых массивах проводится санация. Выглядит это примерно так. Заправляется шланг, по которому подается раствор, для которой впоследствии с помощью специальной головки набрызгивается на поверхность трубы. Это дает нам защиту от коррозии металла, продлевает срок службы трубы, предполагает, что на 50 лет. Процедура санации не только продлевает срок службы водоводов. Качество воды улучшается, то есть нет соприкосновения со стальными трубами, со сталью, с железом. Уменьшение аварийных ситуаций, так как трубопроводы старые, то есть практически изношены. Данный вид позволяет как бы создать дополнительную внутреннюю, так скажем, рубашку на трубах. То, что защищает как бы от коррозии дальнейшей. В перспективе санированы будут и водоводы в других районах Чебоксар.